Доброе утро, дорогие любители рыбалки. Привет. Вот вам Иван Иванович. Мы хотим сегодня порвать речку. То бишь, поймать три карпа и кучу карасей. Вадим Вадимович уже забросил. Как он не сюда был? Ах, ты ж какой шустрый рыбачуга. Помахай рукой. Молодец. Так, а мы будем сегодня ловить на фидер. Так, это что у нас такое? Универсальная прикормка. Потянет. Все, пусть затворяется. Рыбалка начинается с подсака. Сначала надо разложить подсак. Молодец! Что такое? Карась. Подсрака давай. Нет. Опа-на! Карась. А, Карапчук. Карапчук. Где бери? А мелкий. Да нет, это карась. Нет, карась. Карась, ребята. Короб, ребята. Короб. Короб. Что вы это? Короб, короб, короб. Ну, ну, вот она рыба. А ты говоришь. Мы сегодня сидим раз, не балла, два. Ну так. Карасевич. На красному куху. Что у тебя дальний заброс был, что ли, так долго? А, вот он. Красавчик. Нормальные. Ну давай,
Еще одного карасика мы заснимем. Да сильно сносит там на дальней дистанции. Вот она ваша личика. Вот она личика ваша, да? Что там? А ну что там, я пройду? Да не, не надо спасать. Здесь надо. Ну как ты там пройдешь? Ты поднимаешь будешь и то, и другое. Покажи. О, это улов дня. Вадим Вадимович, вы непревзойденные. Это профи, да? Вот это профи, вот это да. Вот это класс. Ну и где он? О! Зашибись! А вот он! Бери, пока он ушел! Я ушел! Ну что, все, друзья? Будьте здоровы, не хвоста, ни чешуи.